Это небольшая история о том, как я загорелся создавать саунд-дизайн инструменты. Мой первый саунд-дизайн гаджет, и это не он, только начинаю его создавать, в интернетах полно различных резонирующих штук, которые можно сделать своими руками, он же Waterphone, к примеру, кто видел, как он звучит, достаточно магически, страшно. И моя мечта давно уже, грежу я этой идеей, начать создавать что-то подобное, своеобразное. Где-то я подсмотрел, где-то какие-то идеи рождаются. Будем пробовать. Давайте покажу, как это происходило. Впервые задумался об этом, когда взял собачью миску железную, стукнул по ней, понаклонял. Случайно это произошло и услышал интересный саунд. Начал изучать, копаться, шерстить. А что подобного есть уже придумано, скажем так, в мире. И наткнулся на вот этот как раз Waterphone. И то же самое случилось относительно недавно, когда я начал работать над своим новым проектом, художественным фильмом в жанре пост-хоррор. И я опять загорелся сделать все-таки свой первый какой-то необычный инструмент, скажем так. В большей степени еще вдохновляют различные ребята, которые создают эти инструменты. Допустим, Николас Брас, который делает из различных ПВХ-труб всякие штуки. Потом наткнулся на вот этих ребят, которые делают интересные металлические конструкции, которые создают достаточно такое тоже мистическое звучание. И, в общем-то, на этой штуке я остановился и понял, что в целом я могу создать эту штуку. И сам процесс мне показался не таким сложным. По идее, это два листа металлических, которые нужно расчертить, вырезать, изогнуть и сварить вот эти две детали. А дальше уже дело наживное, приварить каких-нибудь пружин, палок, струн и в целом, в общем-то, все. Вот эта колба, она, грубо говоря, как резонатор, который создает вот этот сустейн. Ну и, в общем-то, просчитался, конечно же, я и купил не тот металл, долго долбил, стучал, и в итоге все встало на этапе, когда я начал варить вот эти две детали и понял, что тупо прожигаю вот эти листы, они оказались слишком тонкие, а в отличие у ребят, которые создают вот эти штуки, у них, конечно же, металл сразу видно, что он 100% подходит для подобных штук. В таких случаях я не привык сдаваться и всегда стараюсь как-то с пользой и с продуктивностью завершить начатое, и в итоге сделал вот такую штуку. Я считаю, что я ее еще не закончил, но опробовать очень хотелось, и посмотрите, какой саунд получается уже сейчас.